По соседству с героями сказок Пушкина живет Эльвира Малярова. 10 лет назад она с семьей переехала из Москвы в Жаворонки. Парк у Лукоморья стал любимым местом для прогулок с детьми, рассказывает жительница поселка. Это единственное место, где мы можем отдохнуть с детьми вечером и днем. Здесь очень большие деревья, вековые, я бы сказала, там даже памятники есть дубу. Сейчас состояние парка далеко от сказочного. Скульптуры давно не красили, траву не косили. И это только верхушка айсберга. Недавно здесь установили новую детскую площадку. Правда, она только для малышей. А вот для детей постарше игровых зон нет. Здесь очень много молодежи, очень много детей. И особенно приезжающих на лето отдыхать с бабушками, с дедушками, с родителями. И, конечно, хотелось бы, наверное, создать зоны для всех возрастов. По словам местных жителей, рядом с парком не хватает лежачих полицейских и удобной пешеходной дорожки. Буквально в полкилометра от сквера находится школа. Дети часто ходят до Лукоморья пешком. По периметру хотелось бы дорожку для катания на самокатах и на роликовых коньках, потому что дети тогда пользуются, получается, дорогой сейчас. Дополнительное освещение, камеры безопасного региона, новая хоккейная коробка и лавочки. Парку необходимо комплексное благоустройство. Получается, если все-таки делать вот полноценный парк, надо зону, где дети забором выгораживать, да, сеткой. В этом году концепцию и проект будущего парка проработают, сказал глава округа, чтобы уже в следующем сказочный парк смог участвовать в региональной программе по благоустройству. Карина Гиряшева, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».